Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Че, Эндора тут? Алло, Эндора подходил? Прием, прием, слышно? Слышно, но... Вроде нет. Кто-то может пойти ШП? Синдра, Чумка, Лич. Ну, Олег, я думаю. Олег тут?
Нужно подойти поближе. Подходите сюда ближе к этому, ко входу, чтобы не убивал вас босс. Садимся, кушаем, кто может. Thank you.
малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь трепещите, смертные? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Там разобьешь. Ну, блядь, ну там же видно было еще, не знаю, за 10 секунд, что там она умрет сейчас. Да я далеко стоял, не успел добежать. Берите за привычку с крайних меток всегда начинать. Крайние метки никто никогда не бьет. Единицы только, которые шарят. Ну хоть никто не сдохнет. Все же прячутся за центральными. У меня самые выгодные цены. Пока. Ой, до 90 уже, блядь. Мы уже старые для этой игры, да? Вот почему у нас не получается. Хорош решить. Может, лапу дать? Лапу. Рули, бабните баб. Крикни хп. Ну вот порегинишь. Беги, малышка, беги!
Хаоса никто не уцелеет! Но ты же не умер. Никто тоже не умер. Обратите внимание на локо влево, на котором освобождёнка отошёл влево и дальше бьёт хлопот. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти припечатает? Морриган. Третий аур стоит у паладинов или нет? Он стоит, убегать, убегать от него, отбегать от него. Танк и в хилисе. ГП. Ну ты ГПМ, давайте мы с вами в бан. Беги, малышка, беги! Раздай ты им ГП. Давай локу прихожу ГП. А кто второй это заморозил? Лок. По пятихатке каждому давай. Куда ты добежал? Ты стоял в рейде и заморозил людей. Мага Брист стоял 3 секунды, потом побежал влево, потом передумал, ты кричишь ему подбосса, и он через весь рейд бежит потихонечку, так аккуратненько. Хочу в рейд уже попасть, посмотреть, что там. Вой, там локу тоже надо дать.
Маригон тоже. Сделал два шага трейда и бьет себе с освобожденкой. Думаешь, он ни по кому не бьет? Маригану накидывай косарь сразу и тем пацанам, которые заморозили тоже. Да, я тут. Всем привет. Давай еще посмотрим, потом уже, если что, будешь менять. Ну да. Может, сейчас поняли, что надо с меткой все-таки под босса бежать. Дайте лапы. Но это все равно много. Хорош. Я повернулся, короче, и меня добил. Да, 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 пятый добил. Перенос же не был в клипе. Yeah!
Ну, я думаю, можно падать или перепрыгнуть. Меня дискануло, я вот только зашел. Кем заходить? Ромерка, какой раз уже? Да, но Ромерка однозначно нужно менять. И Мида вот, меня дисканул, я вот только зашел. Ну, про мерку и мида нужно тоже менять. От мида ДПС 0. Нормально же ДПС 0. Да, ну сейчас выкинет ССК, зайду. А, хотя смотрю, на прошлом трое он вроде нормально дает. Никого нет, чтобы вы взяли еще кого-то? Что, да, я не смог прийти сюда. Слушай, оставь, наверное, пока мида. Я не знаю, что у него на том трое было, но дадим ему еще шанс. А скиньте, пожалуйста, урон по своим. Ну, хлопает очень много, на самом деле. Даже дохуя. Кто-то не выходит, прям в рейде хлопает. Ребят, я реально, что реально два трая и все. Я мана в вайпасе занял, конечно. Назава. Просто я не можу дивиться на цих людей, це просто капец. Хуйню. Ну представь, ти стоїш за глибою, тут біжить цей мах і дохне, блін, від того, що упала бомба. Рулі лапу. Дайте пристабах. Отдаю СС на БДК. Собартенку в глыбе убивает? Вроде да. Да, убивает, если у тебя много, много собратенки и лоу хп. А если фул хп?
Стаков. Будет 25 стаков тире 99. Понял. Пожалуйста. Далеко прям. Дека, сделай два шага влево, пожалуйста. Не-не, нормально стоял. А, не. Ну она меня. Блять, ну но все равно. Не-не, все правильно, да. Танка. Эй, бегу, бегу. Трепещите, смертные, ибо ваша
Короче, ни один хил не стоит в зоне достигаемости хила танка. Я не знаю, как похилить. Ни один хил не стоит в 40 метрах от танка. То есть они не могут хилить. Все стоит, а ну хорош, что ты начинаешь? Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Проф. Нет. Проф сложнее. Да, все. Иду пару минут. Ну я вроде даю косарь, полтора, две, два косаря, 500. Ну, у меня такие правила. Там зато срезают по 30% сразу. Здесь будет вообще срезать 5%, если будут такие рейды. Ноль будем срезать. Срезать будем только людям, которые не тупят.
Что, можно? Иди спойлер. Сколько? Че, у вас там кровь не убита? Тади, что вы до хера тут сидите? Сколько вы здесь еще часа полтора сидели? А, я думал, вы на синде только 2 часа. Ну, это уже на завтра, да? Два воина бегает по трубам. Так мы не в обычке же. Можно спикнуть, просто если потом вайпнуться, можно сразу всем 4 хилам по косулю накинуть. Только ради этого. Блять, ну как со спойлили, спойли. Арка похуй. Шапашка спойла. Так я уже на рынже. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи!
Кстати, народ, кисть снова потекла. Липучка, вонючка! Отличные новости! Беги, малышка, беги! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Липучка вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Я сделал очень взрыв! Сейчас взорвется! Беги, малышка, беги! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Долечим она! Блять, что вы тут кучи так старится? Сейчас заблюемся. Встаньте под боссом, вот он должен стоять под боссом. Отличные новости, народ. Я починил труп. Шаман ранже бегает что-то. Неожиданно. Ужасные новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. На БДК это же идет или с него свали малахитовая петля? Идет, если кушать еду на меткость. Ну там лучше, да. Ну, тут без разницы.